Дорогие друзья, меня зовут Соня, я таролог из Лондона, и снимаю это видео сегодня для канала «Светлый гороскоп Светлана Веда». Расклад будет для Козерожки на месяц февраль 2022 года. И буду работать на Таро Темных Откровений, авторская колода Светлана Борисова. Рекомендую всем, покупайте, работайте. Здесь 5 дополнительных арканов и очень много информации. У каждой карты, вот здесь, наверное, видно. Так что я всем рекомендую, очень говорящее волшебное, прям волшебство это проделано здесь, так что желаю всем удачи, те, кто покупили, и те, кто еще не попробовали, попробуйте, вам понравится. Значит, мой расклад будет на несколько позиций по работе, по финансам, по любви, здоровье, и одна последняя карта будет указывать на то, сбудется ли у вас желание. Заказываем, как это по-русски, придумайте себе, пожелайте себе что-то, и карта укажет на том, исполнится или не исполнится желание. А еще у меня волшебный мешочек. Здесь я поставила подарки Вселенной. Увидим, что и какой подарок подготовила Вселенная для вас в феврале. Ну, давайте уже начинаем. Ох, что тут прется королева мечей. Хочет что-то говорить, сказать нам. Вот так прется она. Подожди, не спеши. Людей не насмеши. Вот так. По работе. Хорошо. По финансии. Ой-ой-ой, как хорошо. Уже пошло. И по любви. Ой-ой-ой. Ах, слезеньки. Да что так? По здоровьям. И эта позиция говорит, а сбудется ли ваше желание. Откроем потом и увидим. Ну, скажу так, по работе у вас будет помощь. Кто-то вам поможет. Государство, семья, друг. Кому как-то проиграется, но у вас будет помощь по работе. Найдете себе работу. Те, которые ищут, а те, у которых нет работы, извините, есть работы, и им понадобится какая-то помощь, она придет в феврале. По финансии, возрождение, обновление финансов будет у вас, так что тоже очень хорошая карта. Вот здесь мне не нравится, по любви, козерожки мои, ну что такое у вас, а? Что там происходит? Какие-то слезеньки, какие-то потери. Ну, посмотрите, потеряли 3 кубки и рыдаете, скорбите. Пошел, кто-то ушел. Ну и пусть идет, у вас еще 2 кубки полные остались. Давайте посмотрим немножко больше здесь, что такое. Ну, это по правосудию. Извините, верховная жрица. Что-то про правосудие. Верховная жрица. Ну, значит, откроется какая-то тайна. Вам это не понравится. Занавеска приоткроется в феврале. И кому-то придется уходить. Не жалейте. Не жалейте, а тот, кто ушел, потому что... Ха! Ну вот, молодцы. Райский сад будет у вас после этой потери, о которой вы так переживаете, или будете в феврале, приходит у вас замечательная карта. Вот, очистится пространство. Ну, значит, так надо было. Все, не жалейте, потому что приоткроется
здесь канал любовный, и не прикроется, он широко откроется. Вот. Но говорю по жрице, это кармическая карта, значит, этого не избежать. Это придет и надо проработать. Кому-то надо уйти из вашей жизни. Все, пусть идет. Чтоб очистил пространство для что-то новое, что-то хорошее. Карта девятка пентаклей. Это и денежная карта, это и любовная карта. Это все в изобилии вам придет в феврале. По здоровью. Ну, кто-то возможно. Будет какой-то прорыв. Если вы болели, будет выздоровление. Еще можно указывать на какие-то операции. Кому-то нужна, возможно, и пластическая хирургия. У кого-то будет, ну, так как по здоровью, возможно, и уколы придется. Но, в принципе, это хорошая, позитивная карта. Видите, меч вверх. Так что я не говорю, что всех, да, но у некоторых проиграется, что болели, выздоравливают, уколы там будут, или операция, все успешно будет. Да, ну, пока это у вас еще скрыто. Еще скрыто. И в феврале как раз откроется, и тем более, то посмотрите, будет помощь свыше. Сам Господь. Сам Господь здесь вмешается. Так, желание. Сбудется желание или нет? Да, у вас предимство, но надо побороться. За это желание вам придется побороться и заупрямиться с рогами и ногами. Но вы добьетесь этого желания. Вы победители здесь будете, потому что у вас, знаете, как многие хотят этого, но у вас предимство, так что у вас получится, а у ваших конкурентов нет. Козерожки мои любимые, давайте посмотрим подарки. Мешаю. Вот так. Деньги, денежки. Да, и деньги, и любви, и все, все у вас будет прекрасно. Вот я говорю, возрождение финансового канала придут. Если был в какое-то дремучее состояние до тех пор, в феврале, он проснется, ваш канал. Все, надеюсь, вам понравилось. Ай-яй-яй, забыла подсказки. Какая подсказка вам будет? Возможность, вот говорю, будет, посмотрите, какие денежки сыпятся, это денежки, золотые монетки, видно? Так, и будет у вас хорошая прибыль, возможность, шанс, это просто будут у вас хорошие шансы в этот месяц. Надеюсь, понравилось. Не забываем пальчики вверх и комментарии. Очень важно. Пока-пока.